господин президент, мне так трудно письмо к вам начать. И услышит меня ли сегодня Владимир Зеленский, язык не поднимется президентом своим вас назвать. Попытаюсь до вас достучаться по-джентльменски, хоть совсем бесполезно к совести вашей взывать. Попытаюсь до вас достучаться по-джентльменски, хоть совсем бесполезно к совести вашей взывать. Где обещанный мир, и когда победите коррупцию, и исполнен, когда, наконец, будет ваш приговор. На дебатах легко обещать защищать Конституцию, чтоб, дорвавшись до власти, устроить народу террор. На дебатах легко обещать защищать Конституцию, чтоб, дорвавшись до власти, устроить народу террор. И насколько растянутся ваши всего две недели, за которые вы обещали закончить войну, и платежки при вас еще больше и больше взлетели, и при вас Украина совсем уж скатилась ко дну, и платежки при вас еще больше и больше взлетели, и при вас Украина совсем уж скатилась ко дну. Лично вы от войны, и друзья ваши не пострадали, и доллары ваши надежно в далеких офшорах лежат. Вы на деньги народа дворцы за бугром покупали, когда дети голодные наши в окопах сидят. Вы на деньги народа дворцы за бугром покупали, когда дети голодные наши в окопах сидят. Вы ответьте народу хотя бы в своем инстаграме и всем докажите, что вы президент, а не лох. Вы совсем ведь другое на выборах нам обещали, мы не знали, что это был только подвох. Вы совсем ведь другое на выборах нам обещали, мы не знали, что это был только подвох. Превратили вы всю Украину в сплошные кварталы, может, хватит уже над народом так жутко шутить. При правлении вашем наша жизнь нестерпимее стала, может, сами изволите власть без войны уступить.